Здравствуйте! В продолжении темы двух старых портативных проигрывателей Philips. В предыдущей презентации мы рассмотрели портативный проигрыватель Philips Automatic 10. Сейчас посмотрим другую модель Philips Stereo. Проигрыватель стереофонический, четырехскоростной, с устройством автоматической подачи грампластинок. Предположительно, устройство было изготовлено в 1964 году, если я правильно интерпретировал этикетку на внутренней поверхности устройства. К сожалению, этикетка с моделью устройства утеряна. Предположительно, это серия Philips AG9115. Внешнее состояние проигрывателя на троечку. Кое-где отклеился дермантин, которым оклеен корпус, и прочие недостатки. Покупал я этот проигрыватель на запчасти, но в этом качестве он так и не пригодился. Тогда я решил попробовать его оживить, но без особого фанатизма, что и было сделано. В результате пришлось потратить несколько больше времени, чем я планировал. Последние две цифры номера звукоснимателя поцарапаны и плохо читаются. Предположительно, в устройстве установлен звукосниматель Philips AG3310 или AG3316. Игла двухсторонняя. Для проигрывания как долгоиграющих пластинок, так и пластинок на 78 оборотов. Состояние иглы звукоснимателя рабочее. Про органы управления я рассказывать не буду, они полностью аналогичны органам управления ченджера, который установлен в проигрывателе Philips Automatic 10. В каждой колонке установлено по одному низкопрофильному громкоговорителю. На вилках подключения есть отметка, чтобы не перепутать полярность подключения громкоговорителей. Звучание мне понравилось. Если использовать неформальные термины, то можно сказать, что звучание очень такое ностальгическое. Будь у меня в те годы такой проигрыватель, то я точно был бы первым парнем на деревне. Заглянем внутрь. Обратная сторона ченджера. Внутри корпуса установлен четырехламповый стереоусилитель. Усилитель имеет полный набор органов управления – громкость, баланс и регулировка тембра по высоким и низким частотам. Теперь предлагаю послушать проигрыватель. Конечно же, запись через микрофон не передает настоящего звучания, но что поделаешь. Обе иглы в исправном состоянии, но слушать мы будем пластинку на 33 оборота. Грампластинка на 78 оборотов, как мне кажется, не актуальна для этой модели проигрывателя. Для демонстрации я подобрал старую пластинку Катерины Валенте «Бонжур Катрин». Послушаем первую и последнюю запись с первой стороны. Пластинка монофоническая, но и микрофон у меня тоже монофонический. Важно отметить, что пластинка была выпущена фирмой Amiga в 1965 году. Поскольку со времени выпуска прошло более 50 лет, то все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории России. А значит, данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Спасибо! Von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Bärchen, das ein Paar wird. Thank you.
Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Hause. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Bonjour.